Поначалу эту боевую машину в России называли «Лоханью». Русские печатные издания времен Первой мировой войны так и писали. Бронированное чудовище «Лохань» лезет в окопы противника. Еще их называли сухопутными линкорами, самоходами-броненосцами, железными слонами. Первые танки в фильме «Оружие». С тех пор, как подвижные бронированные крепости появились на полях сражений, не прошло еще и 100 лет. За это короткое время боевые гусеничные машины превратились из неуклюжих примитивных тихоходов в могучих повелителей войны. Предысторию танка надо искать в глубине тысячелетий. Среди многих его предшественников – боевые колесницы античности, тараны и штурмовые башни Средневековья. В 1482 году великий изобретатель эпохи Возрождения Леонардо да Винчи предложил в ходе сражений использовать закрытые повозки, вооруженные пушками. Такие боевые машины, снабженные механическим приводом, внешне напоминали черепах. Этот проект Леонардо не заинтересовал его современников. Самым близким аналогом танков считаются боевые слоны. Именно их избрали в качестве объекта подражания изобретатели первых бронированных вездеходов. Основные слагаемые боевой мощи таких машин – подвижность, защита и вооружение. Возможность объединить их в одной конструкции появилась только в начале 20 века. Вместе с двигателем внутреннего сгорания, гусеничным движителем, броней и скорострельным оружием. В это время в разных странах проходили испытания нескольких опытных машин. Особенно выделялся проект американца Бенджамина Холта. В 1906 году он поставил гусеницы на колесный сельскохозяйственный трактор. Военные быстро оценили достоинство этого сугубо мирного изобретения. Трактор Холта стал буксировщиком тяжелых артиллерийских орудий в армиях США, Великобритании, Франции и России. Шасси этой транспортной машины послужило основой для создания боевых вездеходов. Но к началу Первой мировой войны исследования в этой области почти остановились. Все ожидали, что боевые действия будут носить скоротечный маневренный характер. В такой войне места для тихоходных сухопутных броненосцев не было. Через несколько месяцев после начала Первой мировой боевые действия на Западе приобрели позиционный характер. Враждующие армии глубоко зарылись в землю, преградили подступы к своим позициям минными полями и колючей проволокой. Плотный артиллерийский и пулеметный огонь косил атакующую пехоту. Образование глубоко эшелонированной обороны противников с обоих сторон, многопозиционной обороны на несколько километров, и невозможность преодолеть ее другими способами, ни пехотой, ни массированной артподготовкой, ни конницей. И массовые потери пехоты вызвали реальное военную необходимость именно в создании бронированных машин, которые смогли бы выдерживать оружейно-пулеметное воздействие противника. Ну, к тому времени, естественно, уже технически было возможно в некоторых государствах Западной Европы, в первую очередь, создание именно бронированных гусеничных машин. К началу 1916 года британские инженеры построили первый боеспособный танк. Такое прозвище, в переводе с английского «цистерна» или «бак», бронированная гусеничная машина получила из соображений секретности. Британцы якобы выполняли заказ русской армии на крупные полевые емкости для воды. Термин со временем прижился, дав название новому виду боевой техники. Танк «Большой Вилли» успешно прошел испытание и был принят на вооружение британской армии под индексом «Марк-1». В феврале 16 года началось производство первых серийных машин. Марк-1 – тяжелый танк. Боевая масса 28,5 тонн. Длина корпуса 8 метров. Толщина лобовой брони 10-12 миллиметров. Двигатель карбюраторный мощностью 105 лошадиных сил.
Вооружение: две пушки калибра 57 мм, до 4 пулеметов винтовочного калибра. Экипаж 8 человек. По пересеченной местности танк двигался со скоростью пешехода до 5 км в час. Ромбовидная форма корпуса позволяла преодолевать густые проволочные заграждения и широкие траншеи. Марк-1 выпускались в двух вариантах. С пулеметно-пушечным вооружением, их называли самцами, и только пулеметным, самки. Всего было выпущено 75 самцов и столько же самок. Почти одновременно с Британией гусеничные бронированные машины начала строить Франция. На шасси трактора «Холта» французскими конструкторами был создан танк «Шнейдер». Он получился тихоходным и неповоротливым. Еще один танк, «Сен-Шамон», оказался более подвижным и лучше вооруженным, но и ему не удалось избавиться от детских болезней новой техники. Все эти машины были тяжелы в эксплуатации, плохо защищены и крайне ненадежны. Первым танком, который принял участие в боевых действиях, стал «Марк-1». Это произошло в ходе одного из самых кровавых и безрезультатных сражений войны. В сентябре 1916 года британские танки пошли в атаку на позиции германской пехоты в районе реки Сома во Франции. Первый опыт боевого применения наземных дредноутов показал: бог войны открыл новую главу своей книги. Грохот моторов, чудовищный лязг и скрежет гусениц разносились над полем боя. Немецких солдат, которые впервые увидели танки, охватила паника. 18 бронированных машин продвинулись вглубь вражеской обороны на 5 километров. Потери англичан в этой наступательной операции оказались в 20 раз меньше обычных. Окончательно прорвать фронт не удалось из-за малочисленности и несовершенства танков. Большинство из них застряли в грязи или сломались, не добравшись до противника. Но огромный потенциал новой боевой техники стал очевиден. Сразу же применение танков это вызвало испуг у противоборствующей стороны. Естественно, испуг, паника и прорыв обороны сразу же. Вот. И первое впечатление о, скажем так, незаменимом средстве борьбы с противником именно с пехотой, в частности, и с эшелонированной обороной противника. И просто сразу же пошло массовое развитие танков во всех практически странах. Задолго до начала войны русские изобретатели и конструкторы предлагали собственные проекты бронированных сухопутных дредноутов. В 1911 году инженер Василий Менделеев, младший сын знаменитого ученого, разработал конструкцию сверхтяжелого танка на гусеничном ходу. Но до создания опытного образца дело не дошло. Зато был построен и проходил испытание вездеход Александра Пороховщикова. Эта гусеничная машина показала хорошие результаты – высокую скорость, маневренность и проходимость. Однако российское военное ведомство отказалось от продолжения работ над вездеходом. Не было налажено машиностроительное производство нужного уровня в России. Вот. И вторая причина – не было такой и острой военной необходимости в России для применения танков. Известны несколько проектов, которые и были уже и реализованы опытные образцы были. Вот. Но то же самое известно, что, скажем так, серийного производства или вообще производства и боевого применения их не было. Кайзеровская Германия, главный противник России в мировой войне, в танки поверила не сразу. Даже испытав на себе действия британских бронированных мастодонтов, немецкие военные не увидели за ними будущего. Танки считались жалким шарлатанством, глупыми машинами, которые способны напугать доблестного германского пехотинца лишь на короткое время. Техническое несовершенство первых танков, казалось, подтверждало это мнение. Поэтому немецкая армия получила танк собственной разработки только в самом конце войны, в 1918 году. К этому времени германское командование смогло оценить силу и значение танков в бою.
хвастливые заявления о глупых машинах были забыты. 33-тонный танк А7 «Фау» развивал скорость 13 км в час, имел пушечно-пулеметное вооружение. Но к моменту подписания перемирия на Западном фронте 11 ноября 1918 года Германия успела выпустить только 15 танков этой модели. Для сравнения, в это время войска Антанты имели на вооружении более 8 тысяч бронированных гусеничных машин различных типов. В 1918 году в Германии были построены два опытных экземпляра сверхтяжелого танка типа К – «Колоссаль». 150-тонный «Исполин» имел на борту 4 пушки и 7 пулеметов. Фактически танк представлял собой артиллерийскую батарею и пулеметную роту, укрытые в одном подвижном форте. Отсюда и рекордный для реально построенных танков экипаж – 22 человека. Первые танки были далеки от совершенства. Они обладали низкой скоростью и слабой проходимостью. Двигатели и ходовая часть постоянно ломались, а тонкую броню можно было пробить пулей крупного калибра, не говоря уже о снарядах, которые прошивали танки насквозь. Однако массированное применение гусеничной бронетехники позволяло прорвать эшелонированную оборону противника.